Всем привет! Мы с вами встречаемся снова на курсе, который называется «Архитектура язык ассемблера RISC-V». У нас сегодня довольно большая лекция запланирована, толстая. Вот она. Несмотря на то, что лекция большая и изложение будет плотное, я, наверное, все-таки потрачу чуть-чуть времени на то, чтобы рассказать, как читать вот эту литературу. Сейчас покажу, как читать вот этот текст. Вот тут у нас есть аж три ссылочки на один и тот же текст, даже примерно четыре. И это спецификация системы команд базовой, ну не базовой, а пользовательских. Ее же embed-версия на сайте embed-dev, который нашел, кажется, Арсений у нас. Вот. И упрощенный вариант человека вот с таким ником, который сумел выгнать из латеха, который там есть, читаемых HTML. Какой из этих трех вариантов использовать, не знаю, потому что по мере приближения от, значит, движения от PDF к вот этому и вот этому, там, понятное дело, теряются какие-то особенности, которые невозможно в соответствующем формате представить. Вот. Читать всего проще упрощенных HTML, он такой красивый, вот он, с оглавлением. Вот. Но в нем иногда едут таблицы, особенно это будет нас преследовать в конце, когда мы будем говорить про дисциплину работы с памятью. Вот здесь вот у нас будут ехать очень, диаграммки будут ехать. Вот эти диаграммки все, они поехаты. Ну, потому что это совершенно невозможно в HTML нормально перевести. Вот. Возможно, стоит иметь смысл читать PDF. Если у вас хороший браузер правильного размера, можно читать на сайте. Вот такой вариант с тремя менюшками. Вот, видите, он вполне читаемый. Вот. Да, так вот, относительно чтения этого безобразия. Я писал несколько раз на сайте, что это очень вменяемый и интересный текст, за одним большим исключением. В нем много аббревиатур, которые нужно понимать. Поначалу надо попытаться вчитаться, что такое РВМО. На самом деле это очень просто, дисциплина использования памяти. Ну и так дальше. Самое для меня оказалось потыкачное слово, это слово hard. Сейчас я вам покажу. Оно тут встречается совершенно повсеместно и абсолютно непонятно, что оно означает. Hard. Вот этот hard, это hardwired thread. То есть штука, которая не имеет отношения к нынешней нашей теме разговоров, потому что относится к оптимизация работы процессора. Очень популярная оптимизация работы процессора, а именно добавление в него дополнительных вычислительных устройств, чтобы можно было вычисления производить параллельно. Так называемая суперскалярность. Вот. Значит, так вот, hardware thread – это ситуация, когда в процессор добавили несколько одновременно маленьких кусочков того же самого процессора с целью работать, обрабатывать какие-то куски кода параллельно. Дальше вставили туда искусственный мозг, который определяет, какие команды, какие инструкции ассемблерные в вашем коде независимы друг от друга, ну потому что они ходят в разные места памяти, работают с разными регистрами, вот это все. И на этом основании раскидывает эти инструкции по различным вот этим вычислительным устройствам, по этим различным под невидимым основному миру под процессором, вот, которые одновременно все это вычисляют. Никакого отношения к многоядерности это не имеет. Это именно что такая организация процессора, чтобы он одновременно мог считать сразу одного процессора, одного ядра. Чтобы оно одновременно могло выполнять сразу несколько команд, если эти команды независимы ни по данным, ни по управлению. Так вот, наличие нескольких таких возможности параллельно выполнять команды, это и есть hardware threading, и каждый из таких параллельно работающих вычислительных устройств и есть hardware thread или hard. Вот когда увидите слово hard, имейте в виду, что это про оптимизацию, и можно смело такие штуки
пока что выпускать из рассмотрения или, по крайней мере, смотреть на них сквозь пальцы, считать, ага, это про оптимизацию, про ситуацию, когда несколько потоков вычисления из одной и той же программы выполняются параллельно, потому что могут. Вот. Ну и, соответственно, вот так это все понимать. В остальном, в общем, текст очень вменяемый. Второй его недостаток – это его сугубая плотность. То есть, фактически, здесь важно читать каждое слово, и как только вы понимаете, что вам не очень понятно значение этого слова, останавливаться и перечитывать. Вот. Мы с этим сегодня встретимся. Я честно вкуривал, как устроена команда перехода внутри, как они кодируются побитно. И вот это вот побитное кодирование команд перехода, это, конечно, полстранички, которые разворачиваются в длинный рассказ. Вот такая преамбула к сегодняшнему нашему разговору о том, как читать этот волшебный документ. Еще раз повторяю, мне он очень понравился, фактически можно читать только его. Если вам тяжело, попробуйте найти вот эту книжку, она, правда, старая. Вот. Но она вполне разумная, представляет собой компиляцию этого документа и дополнительных всяких объяснительных текстов. Вот. В свободном доступе она есть на китайском, японском, испанском, португальском и корейском языках. Не знаю почему. А в бесплатном доступе она, в смысле, а в платном доступе есть на всех остальных языках, кажется, на русский не переведена. Вот. Но она довольно старенькая, повторюсь. Значит, вот такая диспозиция, значит, но мы тем временем продолжаем, а то уже выжили некоторое время. Итак, наша сегодняшняя тема – регистры, модели памяти, видеоадресации. Сегодня мы встретимся с понятием, которое будет очень важным в течение всего разговора про архитектуру. Это понятие конвенции. Мы помним, с прошлого раза я жаловался на такую неприятную штуку, ну как неприятную, имеющую место штуку в нашем вот всем с вами IT, которая состоит в том, что как задачу 50 лет назад решили, так эволюция и пошла. Возможно, с тех пор задачу бы решили гораздо эффективнее или гораздо остроумнее, или на другой совсем принципиальной основе. Но она уже решена. Миллионы, миллиарды, значит, процессоров работают с таким решением внутри, с таким легаси, да, и пытаться что-то решать по-другому, это тратить очень большие деньги, непонятно на что. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот такие легаси, такая договоренность, которую никто не нарушает, очень помогает в работе с такими низкоуровневыми инструментами, как машинные коды и язык ассемблера. Вот как раз про это мы чуть-чуть сегодня поговорим, но дальше будем говорить тоже. Смотрите, значит, вот у нас есть правило, которое я для себя выработал, когда описывал платформу MIPS, которое состоит в том, что машинные коды не предназначены для чтения человеком, они предназначены для очень эффективного разбора железом на микропрограммном уровне. Мы это еще увидим сегодня. А вот язык ассемблера устроен таким образом, чтобы человеку по возможности было удобно на нем писать, и, соответственно, представление того, что вы видите в ассемблере, неоднозначно, не один в один превращается в машинные коды, а иногда даже, в общем, преобразуется. Вот, в первую очередь, это именно в MIPS'е видно, это наши с вами псевдоинструкции, про которые мы уже говорили в прошлый раз. Вы пишете одну инструкцию на ассемблере, она заворачивается в одну, а может быть даже две, не помню, если в RISC-файле вариант развернуть в три, кажется, нету. Инструкции машинные. Почему так? Потому что это такое legacy, это такая договоренность, что вот такое действие, допустим, там, не знаю, положить 0 в число, или просто там, вот у нас сегодня будет безусловный переход. Вот такое действие реализуется не любым возможным способом, а конкретным сочетанием или конкретной инструкцией, хотя она на это не похожа. Ну вот инструкция положить число в регистр, как вы помните, на самом деле разворачивается в инструкцию прибавления нулю к числу. То есть прибавление числа к регистру 0, то бишь к нулю, и положить в регистр. Ну потому что что? А по двум причинам. Причина первая. Это довольно быстрая операция, да, сложение с нулем, там нет переносов. Причина вторая. Если вы захотите оптимизировать это,
То есть сделать еще быстрее, да, на уровне схемотехники или на уровне микропрограммном, закодировать инструкцию, перенести, положить число в регистр так, чтобы она работала быстрее, чем сложение с нулем. Вы всегда можете, следуя этим договоренностям, увидеть, что у вас при декодировании инструкции, что у вас происходит сложение с zero, и поскольку это сложение с zero, на этом основании сделать маленький обходной путь, говорит, сложение zero согласно нашим договоренностям, это просто перенос числа в регистр, мы сейчас это убыстрим, оптимизируем. Вот, возможно, перенос числа в регистр может быть и другой, вот, по-другому устроен. Например, не сложение zero, а там, не знаю, or zero. Но именно из-за того, что существует конвенция, договоренность, выраженная в данном случае в псевдоинструкции, которая, ну, давайте, что ли, я покажу, да? Я так долго распинался на этот счет, что, видимо, надо показать, как это устроено. Вот, что я имел в виду. Если мы написали LE, там, допустим, T1, раз, два, три, четыре, пять, да, то в действительности надо это сначала сохранить в какой-нибудь файл. Вот. То в действительности это вываливается в две инструкции, причем первая инструкция понятная, это Луи. Давайте мы сделаем поменьше, чтобы была одна инструкция. Вот. Маленькое число, которое в 12 битов помещается, положить в регистр X6. В действительности это превращается в add X0, маленькое число, положить в X6. Вот. И это можно было бы сделать не только инструкции add i, но инструкции там or и, ну, еще какими-то. Вот. Но именно наличие конкретно опкода 13 add и, ну, там не только 13, не помню, и регистр X0 в поле source дает вам право как оптимизатором, как построителем более эффективного процессора, чем референс, дает вам право взять и посчитать эту инструкцию, инструкцию LE, и оптимизировать ее соответственно. Вот. Конвенция. Кроме того, есть также конвенции, которые за вас никто соблюдать не будет. Здесь-то вы просто написали ассемблеру, написали соответствующий псевдоинструкцию на языке ассемблера, он вам раскрыл. А есть конвенции, которые кроме вас никто соблюдать не будет, но опять-таки, если вы их соблюдаете, всем вокруг проще. Всем вокруг проще, когда в качестве стэкпоинтера вы используете один конкретный регистр, указанный в конвенции, а не произвольный. Всем вокруг проще, когда вы используете регистр общего назначения так, как написано в конвенции, об этом мы сейчас поговорим, а не произвольным способом. Вот. Проще вам потом читать этот код, проще вашим товарищам вместе с вами писать этот код, проще оптимизаторам процессора, то есть людям, которые строят более эффективный процессор, чем референс, зная, например, что вы используете в качестве стэкпоинтера конкретный регистр, организовывать такую, например, волшебную штуку. Нет, не стэкпоинтер, а адреса возврата из процедуры конкретный регистр. Организовать такую волшебную штуку, как аппаратный скрытый текст адресов возврата из процедур, аппаратный скрытый. Мы знаем, что это всегда в RA кладется. Вот эти RA каждый раз, когда он меняется, закладываются в невидимый миру аппаратный стек. И когда происходит необходимость откуда-то взять из памяти этот адрес, на самом деле он берется из этого стека, зная, что ничего не испортится в этот момент. Вот такая вот неожиданная оптимизация. Александр говорит, что поменьше команд в апкоде. Дело в том, что в апкоде, конечно, 128 значений, но у вас еще есть поля функт 7 и функт 3. Это 3 и 7 битов, соответственно, в которые можно вносить модификации апкода, если это, конечно, не инструкции типа I. Вот. Инструкции типа R, там полный раздолье. Вот. Но, тем не менее, да, естественно. Значит, псевдоинструкции существуют еще и ради того, чтобы не вводить ненужные никому апкоды, то есть использовать инструкции, которые и так работают, да, а называть их так, как человеку удобно.
Я, собственно, уже про то, что соблюдение дисциплины позволяет эффективно исполнять код, сказал, поэтому давайте перейдем сразу к первой в нашей жизни. Не так, в жизни этого курса, конвенции реальной, договоренности о том, а именно о том, как используется регистр. Смотрите, даже если мы откроем RARS, в нем уже регистры называются не x1, x2, x0, x1, x2, x3, x4 и так далее, x31. Как это, например, устроено в документации, если вы почитаете. А по их содержательному обозначению, вот, x0 называется 0, мы поняли, что это единственный специальный регистр в пачке регистров RISC-V, в нем вообще всегда лежит 0, такой div-null волшебный. Даже я бы сказал div-0, это волшебный div-0. Это регистр, из которого всегда можно прочитать 0, и всегда в нем можно записать что угодно. Очень удобная штука, мы сегодня с этим встретимся. Да, если в регистр 0 что-нибудь записать, то, во-первых, ничего не произойдет, а во-вторых, оптимизаторы те самые, видя, что вы записываете в 0, поймут, что это команда, в которой вот эта запись не нужна, и оптимизируют ее. Построят такой процессор, который команда, где 0 является destination, будет выполнять несколько по-другому. А всегда проверить, что там 5 нулей у вас в соответствующем поле, это ничего не стоит. Вот. Дальше у нас идет RA. RA – это регистр адреса возврата, то есть регистр X1 используется, когда по договоренности, когда вы вызываете под программу. Об этом у нас будет в следующий разговор, на следующей лекции. Вот. Соответственно, опять-таки, эта договоренность позволяет использовать, писать всем одинаковый похожий код. Более того, эту договоренность поддерживает ассемблер. Банальный переход на подпрограмму не указывает, по какому, в каком регистре остается адрес возврата. И это позволяет оптимизаторам делать, вот, например, чудесный аппаратный стек адресов возврата. Следующий регистр X2 – это стек поинтер. Стек поинтер, стек у нас тоже будет на следующем занятии. Вот, та же самая ерунда. Никакой аппаратной поддержки стека в MIPS, в RISC-V, ну, так же, как и в MIPS, нету. Вот. Никаких аппаратных специальных команд работы со стеком, специальных обкодов работы со стеком в RISC-V нету. Но есть договоренность, что в качестве стек-поинтера вы используете регистр X2, и это очень сильно облегчает работу вам, вашим товарищам и тем самым волшебным оптимизатором процесса. Регистр X3, Global Pointer, используется для написания позиционно независимых программ. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Правда, в плане лекции, кажется, ГП отсутствует. Надо будет его туда вернуть, потому что я знаю, в какое место его вернуть. Вот. Если вдруг у кого-то сработает под наплывом нынешней информации, напомните мне, когда будем говорить про позиционно независимый код, чтобы я вспомнил про ГП. Вот. Что такое ТП, не знаю. Давайте посмотрим. Не написано. Thread pointer он называется. Так, ТП. Нет такого слова thread pointer, да? Окей, значит, я откуда-то скопировал это. Интересно, откуда? Ща. Friend pointer есть? Че, и friend pointer нет? Хорошо, ладно. В общем, здесь есть такая штука, thread pointer. Смотрите. Удивительное дело, забыл. Ладно, давайте посмотрим, попробуем понять, откуда это все взялось. Thread pointer. Не будем при вас искать. Я начинаю вспоминать, что это такое thread pointer. Это, собственно, thread pointer. Если вы пишете многопоточную программу, у каждого потока может быть свой собственный, ну не может быть, а точно есть свой собственный, свое собственное место, где происходит поток вычислений, свой собственный программ каунтер. Вот. И при переключении этих потоков этот самый программ каунтер надо сохранять. Никто аппаратно за вас это делать не будет. Поэтому этот регистр специально выделен для
многопоточного программирования, чтобы можно было в него сохранять текущее значение программ-каунтера, дальше куда-то переходить, а потом возвращаться. Вот. Понятное дело, что вы можете делать как угодно с тредами, понятно, но хранение тред-поинтера в отдельном регистре очень сильно может, опять же, улучшить жизнь людям, которые пишут тредовые программы на ассемблере, вот, и людям, которые проектируют процессоры с расчетом на то, что будут писать тредовые программы, и они этот тред-поинтер как-то там тоже оптимизируют. Вот. Интересно, почему я не нашел это. Ладно. Надо найти, откуда ты это взял, этот тред-поинтер. Главное, что я забыл вставить в описание, что это такое. Окей. Да, совершенно справедливо говорит Александр, что, скорее всего, это именно тред про тред, но вот к харту, кажется, это отношение все-таки не имеет, потому что харт невидим для пользователя до тех пор, пока он не начинает ему мешать. Вот. То есть пока не приходится самостоятельно пальцами калькулировать зависимость по инструкциям, если вы знаете точно, что автомат ее не определит. Ну вот. Дальше начинаются временные регистры. Временные регистры, их тут немножко, их всего 7 штук. Это Т0, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6. Видите, значит, они в разных местах по номерам располагаются. Временные регистры — это такие регистры, про которые не гарантируется, что после того, как вы вызвали какую-то подпрограмму, в них лежит то же самое, что было до того, как вы ее вызвали. В принципе, это достаточно, ну, разумно ожидать от регистров, что их используют в вычислениях. Вот. Но фишка состоит в том, что большинство регистров в RISC-V не временные, а постоянные. Это регистры типа S. S1, S2, S3 и так дальше. Вот SH11, еще есть S0, но он используется как фреймпоинтер. Вот. Про фреймпоинтер чуть позже расскажу. Регистры типа S устроены таким образом по договоренности, что когда вы пишете подпрограмму, вы обязаны перед выходом из этой подпрограммы все регистры типа S вернуть в то значение, в котором они были изначально. Вы можете это сделать просто путем нетрогания этих регистров вообще, и тогда они останутся как были. Вы можете сделать это, сохранив их куда-то в память или на стек, и вернув потом из стека исходные значения. В этом смысле договоренность заключена в том, что какую бы подпрограмму ни использовали, вызвав ее, вы можете получить изменение регистров типа T и можете надеяться на то, что содержимое регистров типа S не изменится вообще. Вот. Довольно важное свойство, очень облегчает планирование регистров при планировании вычислений. Ну, в общем, вот. Поэтому регистров типа S больше. Регистры типа A используются для передачи и возврата параметров под программам. Соответственно, они имеют право изменяться, то есть их не нужно хранить. Вот. И фактически это такие тоже регистры типа T, за исключением того, что они значимые, да, то есть вот регистры типа T, они вот совсем временные, а регистры типа A, в них конкретные регистры по конкретной договоренности, по тому API, который описывает конкретную вашу подпрограмму, надо заложить параметры, которые вы ей этой подпрограмме передаете, и согласно этому API в этих регистрах возвращаются конкретные возвращаемые значения. Вот. Мы с вами это видели на прошлой лекции, когда пользовались системными вызовами. Вот у нас будет в домашнем задании цитата из прошлой лекции. Смотрите, в А7 кладется номер системного вызова, в А0 возвращается результат. Да? Дальше. В А0 кладется число, которое мы хотим вывести, в А7 кладется номер системного вызова. Ну, в общем, вот. Почему здесь А0 и А7? Понятно, что, грубо говоря, если вы пользуетесь систем-колом, в этом систем-коле в регистре А7 всегда передается номер этого системного вызова, а предыдущие 6 регистров, даже я бы сказал 7, можно использовать для передачи параметров. Когда вы используете обычную процедуру собственного написания, да, вы можете туда передавать 8 параметров. Если параметров больше 8, понятное дело, что вам придется изобретать какое-то другое ABI, да, другое, в котором сказано, как вы передаете параметры, если они не вмещаются в 8 регистров.
Вот. Вот, собственно, и все, за исключением того, что регистр S0 в некоторых вариантах, в некоторых конвенциях используется как так называемый фреймпоинтер. Фреймпоинтер — это регистр, на который указывает на текущий стэкпоинтер, после чего вы этот стэкпоинтер можете как угодно изменять, а для того, чтобы вернуть его в изначальное значение, просто восстанавливаете его из FP. Вот. Он еще используется для других вещей, но про кадр у нас будет лекция через одну, кажется. Ну, в общем, или через две. В общем, про кадр мы еще поговорим. Вот это именно он. Указатель на кадр. Вот такие договоренности. Значит, напоминаю, что все эти регистры на самом деле одинаковые. Никакой разницы с точки зрения аппаратной между ними нету. Однако эти договоренности входят в конвенцию по, значит, в конвенцию по использованию регистров, то есть входит вот в этот документ. Вот. И их несоблюдение приведет как минимум к тому, что вам будет тяжело писать без разбору, а как максимум, что вы напишете программу, которая на хороших годных процессорах работает медленнее. Вот такая вот ерунда. Вот. Здесь я опускаю, почему вообще в... Разговор о том, почему вообще в архитектурах современных ЭВМ есть отдельные регистры и отдельная оперативная память. Вот. Этот разговор, в принципе, интересный, важный и хороший, но на это нужно потратить целую лекцию, у нас такого времени нету. Вот. Скажу только, что регистровая память отличается от той памяти, на которой сделана оперативная память общего назначения, даже чисто физически, это разный тип хранения. Вот. И регистровая память гораздо дороже, гораздо больше энергопотребления вызывает и гораздо быстрее. Память, на которой используется обычная память общего назначения, дешевле, меньше потребляет энергии, причем это потребление энергии можно снизить за счет всяких ухищрений, и гораздо медленнее. Так пошла эволюция. Эту эволюцию пока никто не поменял. И, соответственно, из этой вот пресуппозиции, да, вырастает практически вся архитектура того же MIPS'а, ну, или того же RISC-файла, потому что работа с памятью считается очень медленной, и вокруг этого очень много плясок сделано. Вот. Егор спрашивает про счетчик команд и регистр флагов. Вот про все это будет сегодня разговор. Ждите. Еще один вид конвенции. И это так называемая модель памяти. Надо сказать, что эта картинка сюда перекочевала из лекции по MIPS'у. Конечно же, я ее переписал и актуализировал. Но в случае RISC-файла, если в случае MIPS'а эта вот модель памяти, она была такая прям прибитая гвоздиками и везде соблюдалась, то в случае RISC-файла это все совершенно не обязательно. В том же RARS'е есть три разных модели памяти, а в действительности таких конвенций довольно много. Вот. Но давайте посмотрим, какие конвенции у нас используются в RARS'е, а потом поговорим, почему не все это обязательно. Значит, в RARS'е. В RARS'е у нас есть память, начинается с нуля, разумеется, заканчивается максимально адресуемым пространством в 32-разрядной архитектуре, это понятно, 32 бита. Вот. И поначалу, вот в течение вот стольких-то байтов, интересно, сколько это? Давайте проверим. Я не умею одновременно читать лекции и в уме вычислять вот это число, да, но есть у меня такое подозрение, что это 4 мегабайта. Вот. Вот эти 4 мегабайта памяти, так называемая зарезервированная область, куда вообще нельзя обращаться никому. Если мы попробуем написать что-то типа положить в регистр T2, скажем, число 100, а потом положить в регистр load word, положить в регистр T3 содержимое по адресу 100, кстати, мы могли даже не так сделать, мы могли вот так сделать. Да, load word, содержимое по адресу 100. Да. То мне кажется... Да. Вот.
то если мы так сделаем, нас пошлют, потому что мы обратились по адресу, который в эти 4 килобайта нижней памяти входит, вот, и оттуда нельзя. Вот. Для чего эти 4 килобайта могут быть использованы? Во-первых, первый вариант, ни для чего. То есть при, значит, организации памяти, включающей в себя виртуальную память страницы и все остальное, эту страницу просто вам не, как бы, ваши адреса начинаются с 4 килобайтов, все. Первые 4 килобайта вам просто не выделяются, не выдаются, ну и как бы, а кого волнует? Вы получите вот такое сообщение об ошибке, и все будут довольны. Вот. А второй вариант. Зарезервированная область используется для того, чтобы операционной системой, для всяких своих нужд. Третий вариант. Зарезервированная область чудесным образом по размеру совпадает с так называемой областью регистров контроля и статуса, коих тоже 4 килобайта. А, нет, их 4 килобайта, здесь 4 мегабайта, да, я соврал. Да, их 4 килобайта, не совпадает. Все, третий вариант отсутствует. Вот, значит, короче говоря, с точки зрения современной аппаратной архитектуры, никакой потери памяти от того, что у вас эти самые 4 мегабайта отсутствуют, вернее, недоступны для обращения, не происходит, их можно просто не выделять. Да? А вот пользы от этого очень много. Туда операционная система может разместить свои операционно-системные всякие таблички. Туда... А главная польза, с которой мы с вами столкнемся, это ситуация, когда вы совершенно случайно сформировали в регистре неправильный адрес, вот как здесь. Сформировали в регистре неправильный адрес. Вы хотели написать что-то типа вот такое. Или, например, вот такое, ну не знаю, там, 0x. Вот так хотели написать. Вот так, кстати, наверное, можно сделать. Давайте попробуем. Да, так сделать можно. А нет, нельзя. 40 тысяч 4 нуля, да. Сейчас, секунду. А, ну он говорит, что не может читать from text сегмент, потому что вам запрещено вообще оттуда читать. Ну ладно, фиг с ним. Некоторая защита от дурака. Короче говоря, бог бы с ним. Хотели написать вот так, там. Вот, так написать, конечно же, можно. Да? Чё? Нет, так написать нельзя. Вот. А хотели вы написать вот так? А так написать можно. Вот. Ну вот идея состоит в том, что пропустили свой нолик, то есть, извините, что я тут сильно этим заморочился, то есть использовали какое-то слишком маленькое число, вот, и пошли по этому адресу, а там нет никакого запрета, допустим. И вы оттуда что-то прочитали и начали туда писать. Короче говоря, это такая защита от дурака, когда вы сформировали в регистре неправильный адрес. Как правило, это число маленькое, 1, 2, 4, там, 1000, а 100-500, 100-500 тоже маленькое число. Вот. Ну а потом, значит, вот выяснилось, что туда ходить нельзя. Так что лучше получить сразу ошибку об этом, а не пытаться расписывать эту вот непринадлежащую нам память. Zero Dereference, классическая ситуация, да? Забыли инициализировать регистр, там лежит 0, вы по этому нулю сходили. Вот типичная ситуация. Дальше идет так называемый текст-сегмент. Это сегмент, в котором никакого сегмента, естественно, никакой сегментации как таковой в RISC-V нету, но есть область памяти, про которую известно, что там лежит лежат машинные коды, выполняемая программа. Это область памяти с адресом 44 нуля, до, собственно, области памяти 1,7 нулей. Да? Я не буду переводить это в миллиарды, тем более, что это не миллиарды, а 16-ричные числа. Вот. Значит, текст-сегмент называется текст, потому что раньше исходным текстом программы считались ее машинные коды. Вот. С тех легаси так пошла эволюция, помним. Вот.
И там лежат просто машинные коды, и мы это уже с вами видели, потому что когда мы просто компилируем программу, мы видим, что первая инструкция лежит по адресу 44.0, вторая лежит по адресу 43.04, третья лежит по адресу 43.08, ну и так дальше. Да, размер машинного слова у нас 4 байта. Вот. Опять-таки, если вы используете простую плоскую модель памяти, в которой запускается ровно одна программа, очень удобная штука. Вы всегда знаете, где у вас лежит код, вот он же текст. Вы всегда знаете, значит, как, в каком месте он начинается. В общем, удобно. Размер программы таким образом... Давайте попробуем, значит, плюс 4, минус вот эту всю фигню. Размер программы таким образом может составлять в плоской модели памяти 134 мегабайта с небольшим. Ой. Да, 252 мегабайта. Ну, понятно, 256 мегабайтов минус 4 вот этих вот, минус 4 мегабайта запрещенной памяти. Вот, маловато. Мы с вами знаем точно, что маловато. Но тут надо понимать, что мы имеем дело с 32-разрядной архитектурой, где уже, в принципе, маловато памяти, и б с плоской моделью, которая значит, устроена таким образом, что вам вообще доступна только половина памяти, а остальное считается как бы памятью ядра. Вот. В других моделях может быть памяти побольше. Но главное, это же не общий объем всей программы, а общий объем только кода. 256 мегабайтов, 252 мегабайта исходного кода, не исходного кода, а кода машинного. Вот. Если вы пишете программу, которая в результате получается одного только кода, несколько сотен мегабайтов, скорее всего, 32-разрядная архитектура это вообще не для вас. В RISC-V есть 64-разрядное расширение, вот, мы его... в него не смотрим или посмотрим в него только одним глазом, просто потому что RARS 32-разрядный, и в общем разница-то принципиально никакой. Вот. А некоторое мутноватное усложнение, потому что требуется обратная совместимость, есть. Мы не хотим его видеть. Вот. 256 мегабайт. Мы с вами не в состоянии написать в RARS программу, у которой 256 мегабайтов исходного кода. Верьте мне. Следующий кусок памяти, начиная от 256 мегабайта и заканчивая 2 гигабайтами, это, собственно, область данных, в которой лежат данные и про которые вас не будет, про которые вас не будут ругать. Вот так. Сейчас покажу, как не будут ругать. Да? Вот так вас не будут ругать. Чисто теоретически область кода, область текст доступна на чтение, но в данный момент она, видите, вам запрещена на чтение. Почему? Ну, скорее всего, вы не хотите читать из области кода. Ну, правда, зачем вам оттуда читать? Вы случайно написали вот это 40 тысяч в программу. Вот. В принципе, можно разрешить, где-то тут была кнопочка. Вот она. Ditch self-modifying code. Можно разрешить чтение и запись, и тогда, наверное, будет все работать. Вот, пожалуйста, она отработала. Вы даже смогли прочитать в регистр X28 вот эту вот инструкцию. Видите? Прочиталась она. Вот. Но понятно, что это нужно только в очень извращенной форме. Это нужно, например, ядерным программистам, которые обрабатывают исключения. Мы когда до этого еще дойдем. Поэтому выключаем эту штуку здесь. Вот. И продолжаем разговор. Как устроена область данных? Область данных... надо быстрее говорить. Область данных состоит из 4 частей. Значит, в самом низу некая глобальная область данных, которая называется экстерн. Вот. Она нужна для того, чтобы в ней хранить глобальные переменные. Вот это те самые глобальные переменные, которые существуют в древних языках программирования типа Паскаля. Вот именно из этого легаси, из того, что в памяти есть специальная область для хранения глобальных переменных, и следует концепция глобальных переменных в языках программирования. Я, конечно, перегибаю, но отчасти это именно так. Вот. А еще эта область используется для того, чтобы, например... Ну, собственно, вот.
Да, к ней еще привязаны ассемблерные свойства, что данные метки, объявляемые в этой области, становятся глобальными, видимыми из всех файлов вашего проекта, если ваш проект многофайловый, но об этом мы поговорим, когда у нас будет лекция про многофайловую сборку. Собственно, переменные, которые статические, но локальные для вашей программы, находятся в... начинаются с области данных 1001.4.0, вот, и, собственно, секция дата, в которой вы храните переменные и всякие, значит, эти самые данные, она начинается именно с 1001.4.0. Опять-таки удобно в плоской модели с одной программы в памяти, очень удобно, когда вы точно знаете, откуда все это начинается. Вот. На локальные переменные, которые прямо переменные, вам выдается... Давайте посчитаем, сколько. Вам выдают 192 чего? Килобайта, да? Килобайта. Вот. И, в общем, этого вполне достаточно, потому что, повторяю, это переменные. Если вам нужно много данных, заказывать здоровенные куски данных, лучше не делайте это сами, а обращайтесь к операционной системе со словами: операционной системы, а выдай мне, пожалуйста, мегабайт другой. Вот. И для того, чтобы вам операционная система выдавала эти мегабайты, существует здоровенная область данных, называемая куча. И начинается она как раз с адреса 1004.4.0, а заканчивается она практически верхом. То есть куча растет наверх навстречу стеку, а стек растет сверху навстречу куче. Вот. Где между ними границы, никто не знает. Главное, чтобы, она не пересек, чтобы они ее друг друга не пересекли. А так, в общем, без разницы. Вот. Ну а соответственно, с адреса максимально доступного вот этого 8.7 нулей, точнее чуть меньше, точнее еще чуть меньше, а именно с адреса 7FFFEFFC, конкретно с этого, у вас растет вниз стек. Что такое стек, мы об этом отдельно поговорим. Те, которые помнят курс, значит, как-то помнят курс архитектуры ВМ, они помнят, что это такая область данных для размещения локальных переменных и всяких адресов возврата. Вот, вот они растут друг навстречу другу. Да? Почему стек растет не с самого верха вот этой памяти, а с какого-то непонятного буфера? Вот есть какой-то вот разница между... Вот сколько там? 116-ричная между ними разница. Точного ответа на этот вопрос у меня нету, но в принципе ответ очевиден. Поскольку дальше начинается область данных ядра, которая вам тоже запрещена на чтение, вообще запрещена, если мы напишем вот здесь вот 8-7 нулей, то нас тоже пошлют. О! Видите? Поскольку дальше начинается область памяти, которая вам тоже запрещена на чтение в плоской модели, понятное дело, что случайные выборы из стека, первый же попавшийся случайный выбор из стека какого-то значения, которого там нету, из пустого стека что-то, приведет не просто к исчерпанию стека, да, а еще и к аппаратной ошибке обращения к памяти. Вот. Второе соображение, почему так может быть. Вот эти, значит, сколько я сказал, килобайтов забыл, да? Ну, неважно. Вот этот размер соответствует размеру фрейма. Предполагается, что у вас есть один запасной фрейм в стеке. Но про фрейм мы говорим потом. На этом, собственно, область памяти заканчивается, та, которая вам доступна. И начинается область памяти ядра, которая в нашем случае не имеет никакого значения, потому что мы программировать в режиме ядра не будем. Вот. В некоторых конвенциях нет никакой памяти ядра, и вы можете все 32 гигабайта занимать, 4 гигабайта адресуемой памяти занимать. В некоторых конвенциях она есть. Это, в общем, по желанию. Наконец, в самом верху памяти находится так называемый MIMO, Memory Mapped Input Output. И это единственный способ в RISC-V общаться с внешними устройствами. Никаких специальных команд типа out, in и так далее в RISC-V нету.
Нужно это для того, чтобы вы могли обращаться к внешним устройствам, к их регистрам, к их собственной памяти, теми же самыми командами, к которым вы обращаетесь к оперативной памяти. Дальше специальная железка смотрит, ага, вы залезли в область MIMO, никакой нормальной памяти там нету, а есть только обращение к внешним устройствам, и ходит к этим внешним устройствам, возвращая вам соответствующие значения туда, вот по этим адресам. Вот, опять-таки, это могут делать, обычно это делает ядро, но в Марсе, в Рарсе мы будем делать мы с вами. Вот тут сокращенец спрашивает, а как получается, что стек начинается далеко за границей реального АЗУ, если, допустим, у вас нету этих 4 гигабайтов? Вы вставили планку там 256 мегабайтов в вашу машину, и больше у вас там нету. Вот. Для этого существует другая модель памяти. Например, в том же Рарсе вы можете взять и включить компактную модель памяти, которая, как видите, заканчивается сколькими килобайтами? Да? Вот очень маленьким объемом. 8 мегабайтами. Да, если вы пишете программу для микроконтроллеров, например, да, или что-то такое, просто используйте другую модель памяти. Вот. Это в случае, если вы используете маленький-маленький процессор без виртуальной памяти, без всего. Вот. Как я уже говорил, вот эта вот конвенция, это конвенция конкретно для RARS, а на самом деле их может быть много именно потому, что устройство на базе RISC-V может быть много разных для разных назначений. Человек с ником SoftwareLead спрашивает, а память разве не виртуальная? Ну так вот, MMU — это Memory Mapping Unit, это и есть виртуализация памяти. То есть, я даже знаю этого человека по имени с ником SoftwareLead. Вот, судя по его аватарке. Значит, ну так вот, это и есть виртуальная память, Memory Mapping Unit. Да? Если он есть, понятное дело, что мы можем набирать из страниц памяти каких угодно и где-то давать памяти, где-то не давать. Вот. Ну, для стека будет отдельная страница. Все так. Все, поехали дальше, а то мы выжираем время, а у нас, как видите, плотность довольно большая. Я тут разговорился. Относительно простая вещь, которую я не буду читать вслух все, что у меня тут написано в тексте, а даже быстрее расскажу, чем значит, количество написанного. Вот, да-да-да, конвенция это то, как бы, что вам рекомендует производитель железки, конечно. Вот, значит, в языке ассемблера, опять-таки, предполагается, что мы с вами примерно знаем, что такое язык ассемблера. Помимо инструкций, то есть те, которые выполняются, есть еще так называемые директивы. Директивы это такие команды ассемблеру, не надо ничего компилировать, но сделай вот так-то. В частности, есть директива размещения данных в памяти, когда вы в секции Data, то есть вот в этом самом месте, вот, начинаете размещать ваши переменные, помечая их некоторой меткой. Ну, про метку мы сейчас пока не говорим, чуть позже. Вот, вот например, размещенные в секции Data, начиная с адреса 1001.4.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, вот какое-то количество данных разного размера. Понятное дело, что они все там размещаются практически в стык, за одним исключением, о котором расскажу чуть позже. Вот. То есть вот здесь специально подобраны данные такого размера, чтобы они все вплотную в стык туда влезали. Да? Вот, значит, у нас число deadbeef по адресу 1001.4.0. Вот у нас число двойного размера, втиснутое в два машинных слова. И в результате Little Endian, вспоминаем Little Endian, такой специальный способ размещения байтов в памяти. В результате Little Endian начинается оно вот тут. Это самый старший бит, а вот это самый младший бит. Самбай, вот самый младший бит, едед. Вот второй бит, не байт, второй байт. D0FE, вот третий байт, нет, погодите, вот это байт, самый младший байт ED, второй байт ED, третий байт FE, четвертый байт 0F, ну 0D, вот, пятый байт, ну, короче, вот так устроен Little Endian.
Вот, идеи Endiness, мы ее опять-таки не обсуждаем именно потому, что у нас нет времени, хотя это очень интересная идея, про нее тоже нужно почти целую лекцию говорить. Она состоит в том, что вот таким, казалось бы, противоестественным, заднаперёдным путем вы размещение байтов внутри машинного слова, вы делаете удобным адресацию. То есть у вас получается, что и байт с адресом 0 лежит в правильном месте, машинное слово с адресом 0 лежит в этом же месте, и большое слово лежит в этом же месте. Удобно. Вот. Значит, короче, Little Endian. Если кто не в теме Endian, сходите, почитайте слово Little Endian в Википедии, вам все объяснят. Вот. Значит, здесь у нас данные прям упакованы. Тут было слово работа UT. Давайте, что ли, поправим. Так вот, значит, что касаемо директивы размещения данных в памяти. Да? Как это все работает? Тут мы в первый раз встречаемся с довольно интересной штукой, которая, собственно, работает с памятью. Вот, допустим, у нас есть переменная, которая называется var. Метка var соответствует адресу, как я понимаю, нет, не такому. Вот такому адресу 1001.4.0. Вот. И мы выполняем здесь две команды, которые в результате приводят к одному и тому же результату. То есть у нас в результате в регистре Т5 и в регистре Т6 будет сформировано число 1001.4.0. Давайте это проверим, но я уверен, что это так. Вот. Вот мы положили в число в регистр Т5 1001.4.0. Вот он. Вот мы положили в регистр Т6 1001.4.0. Все чисто. Тем не менее, как видите, инструкция, обе инструкции типа И, обе инструкции засовывают в регистр некоторое значение. Но, как видите, LE, load immediate, маленький integer, на самом деле большой integer, и LA, load address, раскрываются совершенно разные инструкции. Давайте их разберем, потому что это важно для понимания того, как в принципе устроено, как в принципе думали люди, которые строили RISC-V. Значит, как в принципе думали люди, которые строили RISC-V. Для того, чтобы загрузить в регистр некое число большое, нам, естественно, одной инструкции не хватит. Потому что у нас нет инструкции загрузить 32 бита в регистр, ибо нам некуда эти 32 бита засунуть. Как можно поступить? Можно разделить их на части, на 20-битную старшую часть и 12-битную младшую. После чего сначала засунуть в число с помощью специальной инструкции LUI старшие 20 битов. Давайте проверим, что это именно так и происходит. Вот, попадает 1001.4.0 старшие 20 битов этого числа. Ну, давайте ради интереса здесь сделаем, чтобы это было вот так вот. Вот так вот. Да, нам тут было 0.4 поставить, да? 4. Вот теперь правильно. Вот. Значит, смотрите. Вот я, значит, загружаю адрес, число 1001.4.0.4 в регистр Т5. Что я для этого делаю? Я беру старшую половину, а именно 1001.0, старшие 20 битов, загружаю с помощью специальной инструкции прямо в старшую, не половину, старшую кусок, в старшие 20 битов регистра Т5. А потом добавляю туда недостающий кусочек смещения 4. Получаю число, давайте по очереди. Вот сначала там получается 1001.4.0, потому что младшие биты обнулены. Да? А потом 1001.4, когда мы добавляем туда 4. Если я хочу прописать в регистр Т6 адрес того же самого, там в результате получится то же самое, видите? Вот. Я делаю совершенно по-другому. Используется инструкция AUIPC. Это тоже инструкция типа U, то есть она заносит 20 битов в соответствующий регистр, в данном случае Т6, он же X31. Но эти 20 битов формируются совершенно по-другому.
Как они формируются? Мы берем текущее значение program counter 4040308, вот это, добавляем к нему вот это число, только сдвинутое на 12 битов, потому что это инструкция типа U, смещение, и получаем некоторое число в регистре 31, являющееся суммой текущего адреса инструкции и числа 0xFC10000, потому что мы его сместили вправо. Ну, влево. Давайте проверим это. Вот. Да? Значит, можете мне поверить, 40308 плюс вот это FC бла-бла-бла, это как раз и будет 1001308. Это не совсем то же самое, что мы хотели получить. Мы-то хотели получить 1001304. Поэтому следующей инструкции мы вычитаем из этого числа, еще минус 4 делаем. Да? Все узнали в этом минус 4. Это минус 4 вертикально. И получается тот же самый результат. В регистре Т6 у нас лежит 1001304, но в первом случае мы просто клали число в регистр, во втором случае мы клали адрес переменной var в регистр, и этот адрес был вычислен не абсолютным значением, видите, здесь абсолютное значение, прямо вот это число 10010004 положено по кусочкам в регистр Т5. А в виде смещения относительно текущей инструкции. Мы с помощью специальной волшебной инструкции AUEPC добавили некоторое грубое смещение относительно текущего адреса. Вот оно. Оно оказалось равным 1000. В результате это значение в регистре 31 оказалось равным 1001308. А потом отрихтовали его, вычтя из этого дела еще, значит, 4. Ну или добавив минус 4, что одно и то же. И получили то же самое. Зачем такое извращение? Это не извращение. Это позволяет нашу программу загружать, вот эту программу, загружать не только в адрес 40004.0, а в какой-нибудь другой конвенции вообще произвольному адресу. Главное, чтобы расстояние между данными и текстом, вот отсюда, вот до сюда, было одинаковым. Вот. Значит, вот если мы соблюли одинаковость этого расстояния адресного, то по какому бы адресу ни лежала инструкция вот эта AUEPC, если на расстоянии там FC10000 от нее лежат данные, то она подгрузит эти данные правильно. Вот. Эта штука относительно адресации нужна для того, чтобы программа была позиционно независимой. В ситуации, отличной от плоской модели памяти, когда программа загружается в непонятный диапазон адресов, все продолжает работать. Вот этот код будет работать, даже если его загрузить не в, по адресу 40 тысяч, вернее, 400 тысяч, да, 44 нуля, а по какому-нибудь другому, с тем условием, что область данных относительно области кода будет отстоять на FC10000. Вот тогда будет все работать. Вот такое мелкое извращение. А может быть, не извращение. Тем самым мы можем в отсутствии всякого ММУ, или даже в присутствии ММУ, но в его какой-то очень-очень упрощенной версии, без трансляции адресов, делать программы, которые друг другу не мешают, сидят в памяти, отлично работают, и их не нужно перекомпилировать для того, чтобы загрузить в другое место в памяти. Такая вот история. Соответственно, да, вы можете принять, сказать вашему компилятору, что конвенция на модель памяти другая, скажем, 4-килобайтная, и тогда расстояние между секциями, между областями кода и областями данных будет другое, да, другое. И все вот эти инструкции будут вычислять другие размеры. Такая вот интересная фигня. Кстати, давайте попробуем. Я не уверен, что у меня все получится, но вдруг... О, оно само, а само изменилось, смотрите. Я нажал Apply, оно само перекомпилировалось. Видите, да? Теперь здесь вместо вот этого OFC делается маленькое отрицательное число.
Потому что у нас секция кода в другом месте начинается. Сейчас давайте вернем как было, потому что у меня в планы не входило рассказывать про оппозиционно независимый код больше, чем нужно. Но в принципе, да, в принципе, как видите, она вообще. Во. Андрей спрашивает. О позиционной независимости должна заботиться программа сама, а не загрузчик, который делает релокацию. Это всегда так. Попробуйте скомпилировать программу с ключиком -f nopick на C и сделать из нее shared библиотеку. У вас ничего не получится. Чтобы сделать релокацию, нужно, чтобы внутри кода не надо было ничего править. Чтобы вся адресация внутри кода была относительная того места, куда этот код загружен, а не абсолютная. Вот. Совершенно правильно замечает сокращение, что нужны относительные переходы, но про них мы сегодня еще поговорим. Еще раз, Андрей, не бывает так, что пик делается автоматом. Позиционно независимый код должен быть так устроен внутри себя. Все переходы, все обращения к переменным, любая адресация должна быть относительной. И в RISC-V именно так все и устроено. Как только вы говорите, что вы хотите загрузить в регистр Т5 просто число, то туда загружается просто число. Если вы говорите, что в регистр Т5 загружается адрес, этот адрес вычисляется путем вычисления смещения, по большому счету, с точностью до 12 младших битов относительно текущего программ-каунтера, и дальше корректировки этого смещения. Вот такая интересная ерунда. Вот. Мы пройдем дальше, потому что у нас категорически не хватает времени. Нам придется пропустить самое интересное. Следующее, менее интересное и более понятное, это так называемое выравнивание. Надо понимать, что за эффективность работы с машинными словами в памяти надо чем-то платить. В архитектуре RISC-V вы платите тем, что данные в памяти должны лежать по такому адресу, который кратен размеру этих данных. Ну, у нас есть какие стандартные данные? Байт может лежать по другому адресу, полуслово half должно лежать по адресу кратному 2. Word, машинное слово, должно лежать по адресу кратную 4. Слава богу, double word тоже должно лежать по адресу кратную 4. Не нужно для него выделять адрес кратной 8. Это связано с тем, что в RISC-V-овской архитектуре, даже в 64-разрядной, так тоже можно. Вот, так устроена адресация. Вот. Значит, если взять и носовать в память произвольных каких-то данных, не заботиться об их выравнивании, то внезапно окажется, что время от времени происходят нули, которые не соответствуют ничему из того, что мы здесь написали, потому что, например, между Word и Word 7654321.0 и еще один раз 7654321.0 мы вставили байт. Совершенно очевидно, что поскольку Word должен быть выровнен на границу в 4 байта, то вот это место байт будет тоже выровнено в границу на 4 байта. Давайте посмотрим. Вот она, 7654320. И вот второй. А между ними 1 байт и еще 3 байта лишних, которые из-за выравнивания там оказались. Да, сокращенец. В RISC-V много сделано для того, чтобы можно было безо всякого ММУ делать позиционно независимый код. Он там фактически позиционно независимый изначально. Зависит только от конвенции, то бишь от того, какое у вас расстояние между секцией данных и секцией кода. Все. Это выравнивание может происходить неявно, в случае, когда у вас соседствуют в памяти элементы данных различной длины. Вот тут, например, слово, полуслово, слово. Это полуслово пришлось выровнять, вернее, добить его нулями, чтобы следующее слово было выровнено по адресу 4. Да? Или руками, когда вы говорите, что выравнивание происходит в соответствии, это степень двойки, да? -1. Короче, align 1
это байт, а line 2 это полуслово, а line 3, 2 это, вернее, слово, а line 3 это большое слово, кажется так. 0, 1, 2, 3. Вот. Вот здесь вот мы наблюдаем выравнивание байта, line 3 между байтом и байтом, и видим, что раз, вернее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, что ли, байтов пришлось вставить, пять байтов пришлось вставить, чтобы выровнять. Вот, это lit-lensing. Смотрите, это lit-lensing, разница в том, что мы же смотрим не по байтам, а пословно. Вот. Я тоже все время в этом путаюсь, поэтому просто разберитесь для себя, где какой байт по какому адресу находится. Если бы мы смотрели эту память по байтам, то вот эти бы байты были так. Вот это первый, и это второй, и это третий, а это четвертый. Понимаете? В этом смысл как раз lit-lensing. Значит, вот тут написан пример того, что директивы дата и текст можно перемежать. При этом дата вспоминает то место, где вы раньше остановились. Или, если вы четко указали, в каком месте размещать соответственные данные, перепрыгивает вот туда. Теперь адресация в коде. Это как раз то, о чем говорил сокращенец и многие другие здесь присутствующие. Давайте сначала просто напишем программку, которая, ну не знаю, выводит несколько циферек на экран. Да, ничтоже сумняшися. Я понимаю, что времени у нас нету, но без этого как-то неохота жить. Вас и неохота работать. Нет, это не она. Во, спасибо. Вот еще одна. Позорный совершенно баг в RARS, русские буквы превращаются вот в такое. Такое ощущение, что когда его писали, кодировки UTF-8 еще не было. Ну, ладно, пускай страдают, это не ко мне, вот, бог бы с ним. Давайте лучше эту программу поотлаживаем. Вот у нас, значит, есть счетчик 10 в S2. Счетчик... А, нет, граница счетчика в S2, счетчик в S1. Вот, сейчас мы будем выведем этот счетчик на экран. Это системный вызов 1, который вводит просто число. Вот оно, 1 появилось в левом нижнем углу. Дальше мы добавляем к счетчику единицу. Вот, это инструкция типа I, потому что эта единица явно тут указана. А дальше мы проверяем, что больше S1 или S2. И если S1 меньше, чем S2, less than, прыгаем на метку loop. Жмяк. Вот. Дальше мы снова увеличиваем счетчик. Выводится 2, выводится 3. Ну, в общем, давайте мы сделаем вот так вот. Ой, нет, это слишком быстро, слишком медленно. Вот. Вот. Вот, значит, они все по очереди выполняются, а потом выясняется, что S1 у нас теперь все-таки больше или равно в данном случае S2, поэтому мы условный переход не выполняем, ну и останавливаем нашу программу. Вот простейшая организация цикла, вот простейшая инструкция «сравнить и перейти». Вот. Здесь идет длинный разговор относительно того, что про трехадресную штуку, но давайте сначала вот на это посмотрим. Обратите внимание на то, что переход назад тоже относительный. Вот, то есть мы берем и переходим на минус, сколько тут получается? Минус сколько-то этих самых инструкций назад. Вот. Интересно, почему здесь 8, а здесь 0? Бу-бу-бу-бу. Попробую это узнать, но мне кажется, что возможно здесь 0 должен быть. Не знаю. Вот. Так, вот это надо записать, простите, проверить. Потому что что-то мне не нравится.
Вот. Хорошо. Ну, тем не менее, значит, откладываем тогда разговор, почему 8 тут или 0, потому что вот у нас здесь 0 написано. И мне кажется, что правильно, конечно, то, что здесь. Я что-то не то скопипастил. Короче говоря, как видите, смещение тоже относительное. Вот. Эта инструкция типа, у нас в ней два регистра, значит, это инструкция типа «и». То есть вот это смещение может быть только в 12 битов. Вот. 12 битов — это значит, что что-то 4 килобайта вперед, 4 килобайта назад. Но, с другой стороны, знаете что? Переход относительный на 4 килобайта кода вперед или назад, это еще надо постараться так написать. Вот. И если вы все-таки постарались и так написали, ну, используйте сравнение абсолютный переход. Такой тоже может быть. Вот. Ну вот, кстати сказать, тут тема про то, что лучше использовать каноническую схему цикла. Правда, тут придется добавить второй переход. Вот. Ну а заодно тут еще будут переводы строки. Вот. Про отсутствие регистра флагов. Поскольку в трехадресной операции сравнение и переход — это операция в трехадресной арифметике. Сравнение и переход — это штука атомарная. Мы сравним, мы тут же переходим. Никакого регистра флагов, который хранит результаты сравнения, нам не нужно. И это очень сильно увеличивает эффективность декодирования такой инструкции. И это позволяет не разделять сравнение и переход, и, соответственно, обеспечивает атомарность. Да, сокращение, сейчас все покажу. Значит, и это почти никогда не хуже, чем сначала сравнить, потом сходить к регистру флагов, проверить наличие соответствующих флагов и потом только перейти. Вот, значит, есть единственная ситуация, при которой атомарная операция «сравнить и перейти» работает не очень. В ситуации, когда у нас происходит переполнение, нам нужно проверить переполнение, и мы не знаем, какой был знак у операндов. Если мы знаем, какой был знак у операндов, отлично, да? Минус поменялся на плюс, это одна операция проверки и перехода, то же самое одна операция проверки флага, если был флаг. А вот если мы не знаем, какой был знак у операндов, что, в общем, довольно большая редкость, тогда действительно приходится довольно, ну там, три операции вместо одной использовать. Вот только тогда регистр флагов нам понадобился бы, но, повторяю, эффективность реализации трехадресной архитектуры без флагов и атомарность перехода гораздо более важны здесь. Вот. Тут надо вспомнить, что арифметические операции, целые числа, представленные в дополнительном коде, не нуждаются в знаковости до тех пор, пока их складывают или вычитают. Они абсолютно. Вот старший 31 бит всегда, который означает знак, он может означать и не знак, а просто старший 31 бит, и для сложения и вычитания совершенно одинаково, ну, за исключением переполнения, при пополнении мы уже говорили. А вот операции умножения, которые, кстати сказать, вынесены в отдельное расширение, ибо они медленные, реально медленные операции, там 28, что ли, операции на умножение уходят, и на деление тоже, и деление. А также операции сравнения на больше-меньше. Разумеется, бывают тоже и знаковые, потому что, ну, мы должны узнать, да, это число со знаком. Это число со знаком или это очень большое беззнаковое число? В первом случае оно будет меньше, а во втором больше. Вот. Все, поэтому, значит, помимо операции, скажем, BLT, есть операция BLTU, branch less than unsigned. Вот эту самую сложную, самую интересную часть мы пропускаем, потому что нету времени. Боюсь, что мы к ней вернуться сегодня не успеем. Это то, на что я потратил больше всего времени. Это то, на что я, чем я занимался вчера весь день. Вот. Вот этот кусок, просьба его прочитать самостоятельно, он почти что не обязательный, хотя его понимание будет требоваться, условно говоря, для оценки отлично. Вот. Идея состоит в том, почему упаковка адресов в операции при переходе в операциях типа S такая извращенная. Вот. Я еще сделаю здесь ссылку на соответствующую инструкцию в документации сегодня. Мы это дело пропускаем просто для того, чтобы значит, сэкономить время. И переходим к еще одной важной на сегодня теме. Это тема косвенной адресации и массива. Понятное дело, что, во-первых, нам иногда может потребоваться абсолютно далекий переход, который за пределы 4 килобайта ведет.
Во-вторых, нам очень часто требуется хранить некоторый адрес прямо внутри регистра, для того, чтобы, например, просто реализовать понятие массив. Вот. Для этого у нас есть несколько различных инструкций. Главная из них это, конечно, собственно, LoadWord. Ну, вот, собственно, вот выглядит это примерно так. Смотрите. Допустим, у нас есть некий адрес. А нет, некое число, deadbeef. Да? Чтобы загрузить число в регистр, мы используем инструкцию LoadWord, которая буквально делает следующее. Она вычисляет смещение относительно текущего, мы это уже знаем, наше любимое FC10, да? Мы будем часто его встречать. Смещение относительно текущего этого самого области кода и данных, записывает его в регистр X6. Вот. А потом прямо на основании этого адреса плюс некоторая рихтовка прямо в этот же самый регистр, то бишь T1, записывает, собственно, значение, лежащее по адресу в регистре T1. Удобно, не нужно никаких дополнительных регистров, как это было в MIPS-е, просто записываем некое грубое значение с точностью до 12 битов, а потом берем по этому адресу вот с таким смещением, значение 2. Было бы время, мы сейчас бы посмотрели, что сюда вот в T1 попадает как раз, я так понимаю, что-то типа 1001.400, а ну, нам нужен 1001.404. Ну вот он туда и попадает. Вот. Теперь относительно того, да, точно так же в регистр T2 сейчас попадет что? Попадет нечто, равное адресу var. Вот мы в этом слове храним адрес var. То бишь мы здесь храним наш 1001.4, да, или что там такое. Как оно туда попадает? Да точно так же. Загружаем смещение, оно все еще FC10. Загружаем оттуда туда значение, оно в данном случае нулевое, потому что это и есть var, да. Вот. Ну и получаем в X7 некоторый адрес. А вот теперь мы можем совершенно волшебно по адресу этому var, который у нас лежит теперь в T2, обращаться к памяти и, например, посмотреть содержимое по адресу var, по адресу лежащего в переменной adder, то бишь какой тут 1001.4.0.304, да, по адресу следующему, по адресу предыдущему. Мне кажется, все-таки надо это скомпилять и показать, потому что мутновато вышло. Сейчас давайте сделаем это. Да, вот давайте это скомпилируем. Ничего, теперь ничего военного тут нету. Вот это все, значит, просто помещение в соответствующий регистр соответствующего значения. Вот. Вот у нас к этому моменту в регистре T2 появился некий адрес 1001.408. А дальше мы что делаем? Дальше у нас написано в регистр не к этому. Вот к этому моменту адрес 404, к этому моменту он был не отрихтован еще. Вот. Значит, а дальше мы что говорим? Мы говорим так, ну смотрите, давайте загрузим по... У нас в регистре лежит 1001.404, да, из этого адреса загрузим значение в, скажем, T3. Ну, что там лежал? Там лежал deadbeef у нас, да? Вот он. Он теперь у нас лежит в T3. Теперь давайте загрузим со смещением 4. То бишь, это будет у нас, соответственно, должно получиться вот такая фигня. Давайте попробуем. Действительно. Получилась такая фигня. Теперь давайте загрузим со смещением минус 4, то есть вот это число. Давайте попробуем. Действительно, вот это число. Ну, в общем, как я говорил, ничего военного в этом нету, за исключением того, что это уже косвенная адресация, потому что в регистре лежит реальный адрес нашей памяти, да? А мы по отношению к этому регистру какое-то смещение еще прибавляем. Вот. Обратите внимание также на то, что когда мы говорим LA, мы могли бы написать здесь вот так, смотрите. Мы могли бы написать вместо этого LA T2 var. Вот.
Если мы используем конструкцию типа LA, у нас больше вообще не остается никакой абсолютной адресации. И внутри регистра T2 адрес формируется таким же способом, вот как говорит сейчас кто-кто-кто-кто, сокращенец говорил, кажется. Вот. Ага, ага, дорогой сокращенец, давайте вы выйдете на меня. У нас есть у компании Basalt SPO потребность в этом. Значит, теперь она есть. Вот, видите, теперь получается полностью позиционно независимый код, в котором даже при непосредственном загрузке адреса в регистр, и там получается адрес правильный, адрес там получается абсолютный, видите, 1004, но способ его формирования такой же, как всегда. Мы туда берем смещение относительно текущего позиции в коде и так дальше. Вот. На самом деле у нас осталось почти все, с учетом пропуска самой интересной, самой сложной части. Осталось практически только рассказать про массивы, но тут уж вы, я думаю, и без меня догадаетесь, что массив — это всего лишь такой регистр, к которому мы прибавляем смещение. Давайте мы вот посмотрим на вот эту вот программку, и на этом, собственно, тема лекции на сегодня, собственно, и закончится. Вот. Так, надо было опять сказать Ctrl-C. Ctrl-V, сохранить. Вот. Что мы здесь делаем? Мы заводим какие-то 64 байта в памяти. Я специально использовал эту инструкцию для того, чтобы показать адресную арифметику, ибо мы сейчас будем работать с машинными словами размером в 4 байта. И, соответственно, 64 байта в памяти — это 8, видимо, машинных слов. Нет. 4, 8, 32. А 16 машинных слов. Все, у меня с арифметикой совсем тут. Вот. Обратите внимание на волшебную метку argend, которая просто указывает ни на что. Она указывает на то место в секции data, до которого мы доразмещались своими директивами. Вот. То бишь, она равна 1001.0040, кажется, 40. Ну, сейчас мы это увидим. Вот. А дальше в памяти мы, дальше в программе мы говорим следующее. Вот у нас регистр T0 будет, собственно, нашим массивом. Регистр T1 будет концом массива, в котором будем контролировать, что массив закончился. Вот. Это у нас будет некий счетчик, которым будем просто тупо выводить. Точнее, не выводить, а складывать в массив. И дальше в цикле мы что делаем? Мы берем вот эту единичку, записываем ее по адресу. Обратите внимание, мы не можем записать immediate единичку по адресу. Такой инструкции нет, только из регистра. Вот, ну просто места не хватило бы. Значит, записываем эту единичку. Кстати, может быть, я соврал? Нет, я не соврал, такой инструкции нет. Вот, она неэффективна. Записываем эту единичку в соответствующее место в памяти, то есть косвенно по адресу массива. Добавляем единичку к нашему T2, чтобы в следующий раз записывать туда двоечку. Добавляем 4. 4 — это размер машинного слова. То есть у нас массив целых чисел, то есть массив машинных слов — это 4 байта. Добавляем 4 к нашему счетчику массива, проверяем, что счетчик массива не превысил его границу. Обратите внимание, что здесь сравнение беззнаковое, это на всякий случай, так полагается. Мало ли, может быть, нас загрузили в область памяти ядра, да? Нам не нужно учитывать, когда мы сравниваем адреса, а мы сравниваем адреса. Нам не нужно учитывать их знаковость. И, соответственно, если мы не вышли за границы массива, история повторяется. Давайте это отладим, и на этом, собственно, сегодня, видимо, все. Вот, вот мы загрузили в T0 адрес нашего массива 1104.0. Вот, вернее, сейчас загрузили. Вот мы загружаем в T1 адрес конца нашего массива. Сначала грубый адрес 1104.0, потом со смещением. Вернее, да, сначала грубый адрес 1104.0.8, потом еще со смещением дополнительным получается 1001.0.40, да? Вот, соответственно, это начало массива, а это конец, который нельзя превышать. Вот, дальше, собственно, наш цикл. Берем, да, нет, сначала еще единичку загружаем в T2, это счетчик, которым будем расписывать в массив. Дальше мы
сохраняем эту единичку в нулевой элемент массива, увеличиваем, превращаем единичку в двоечку, превращаем индекс массива из 1001.4.0 в 1001.3.0.4, то есть это первый элемент массива, проверяем, что вот это число все еще меньше вот этого, беззнаково, оно меньше, снова заносим, получается 2, увеличиваем, снова заносим и так дальше. Вот. Что, на что стоит обратить внимание? На то, что, собственно, счетчиком, индексом массива является регистр Т0, который мы увеличиваем не на 1, а на 4. Да, мы увеличиваем адрес на размер того элемента, в данном случае машинного слова, какого типа наш массив. Адресную арифметику за нас делать никто не будет, это вам не си. Вот. Соответственно, если вы очень хотите для красоты сделать счетчик, который... значит, считает элементы с нулевого по n, вам придется потом вручную к этому счетчику, во-первых, умножать его на соответствующий размер элемента, скажем, сдвигать вправо на 2, чтобы получить четырехкратный размер, а во-вторых, складывать с основным адресом. Вот. Ну или сделать как я, да, счетчиком, собственно, в качестве счетчика использовать адрес, а в качестве конца счетчика использовать конец массива. Так короче всего. Вот. Ну, извините, я выжил еще 3 минуты. В некоторых архитектурах используется двойная косвенная адресация. Это вот как в нашем примере, когда мы хранили адрес в ячейке, хранили адрес того, что, куда мы хотели полезть. Но в нашем случае мы видим аж два примера, почему двойная косвенная адресация — это неудобно. Во-первых, вот этот код не является позиционно независимым, потому что уже при компиляции сюда приехало некоторое значение. А, нет, является. Является, соврал. Ну хорошо. А во-вторых, понятное дело, что двойной переход по памяти, сходить в память и взять адрес, потом сходить по этому по адресу в память и взять еще одно значение, эта операция в два раза более медленная, чем операция обращения к памяти, а мы знаем, что вся архитектура устроена таким образом, что обращение в память считается медленным. Да, да, вот страшных конструкций, про которые пишет Александр, в RISC-V нету в псевдоинструкциях, потому что такого нету у вас. А главное, что я так понимаю, вот такая инструкция, которую пишет Александр для архитектуры RISC, может реально превратиться в одну машинную инструкцию, которая бесконечно долго выполняет, ну не бесконечно, но много раз долго выполняется, да, как видите, тут несколько машинных операций одновременно. Но с точки зрения архитектуры вида CISC, это одна машинная инструкция. Понятное дело, что в RISC такого нету и не должно быть. В RISC все инструкции вычисляются за фикснум тактов. Вот. Это могло бы быть в ассемблере, в языке ассемблера, но оно бы провоцировало на такие бесконечные вычисления, и поэтому такого в языке ассемблера тоже нет. Все, значит, последнее, что я хочу сказать. У нас будут домашние задания сегодня, вот эти кнопочки превращаться в домашние задания. И это домашнее задание на eJudge. Домашние задания на eJudge выполняются на eJudge, проверяются тем же RARS-ом, вот примерно с такими параметрами. Вот. Обратите внимание на то, что вам придется изучить самостоятельно такую простую штуку, как вывод целого числа, ввод целого числа и вывод перевода строки. Вот. Все это у нас было сегодня на лекции. Ввод числа, вывод числа здесь. Вывод перевода строки был вот здесь вот в примере, вот он. Так решаются домашние задания. Если у кого-то есть время, давайте спрашивайте, задавайте вопросы. Я вроде бы на все вопросы... А, Александр спрашивает, как сделать массив байтов. Да точно так же сделать, только увеличить его, извините, не на 4, а на 1 вот здесь. Ну... То есть это действительно вопрос глупый в том смысле, что... Не так, ответ на него глупый. Вопрос-то нормальный. Ответ глупый, очень простой. Нет никакой типизации данных в языке ассемблера.
Сколько надо, то столько и прибавляйте. Просто здесь у вас тогда будет не story word, а story byte. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем, просто чтобы ради интереса. Да? Вот здесь сделаем не 4, а 1. Вот здесь сделаем не story word, а story byte. И, собственно, все. Мне кажется, что все будет работать. Я не на то... Сейчас, секунду. А, один. Во, смотрите, какая прекрасная получилась картина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, и так до 63 включительно 4. Вот, собственно, вам, пожалуйста, массив байтов на 64 элемента. Вот. Ничего такого, только мы использовали инструкцию засунуть байт. Инструкция засунуть байт отлично работает по нечетным адресам, потому что это байт. Вот. Вот и вся любовь. Вот такая красота. Вот. Я ответил на вопрос. Еще вопросы? Так, пошли уже разговоры сопутствующие. Да, если нет вопросов, то всем спасибо. Встречаемся через неделю. Не забывайте делать домашние задания. Я постараюсь, чтобы они сегодня появились. Как только появится, кину сообщеньку в этот самый в чатик в общий. Значит. Все, значит, тогда до встречи. Завтра у нас разговор про разработку в питончике. Вот. И, собственно, по нашей теме мы встречаемся через неделю. Спасибо.